Не знаю, насколько это женскими голосами будет слушаться, но на живых людях еще не пробовали. Слышно хорошо, да? Еще раз всем добрый день. Вы знаете, эмоции, конечно, переполняют, потому что, ну, я, как всегда, выстраиваю такой логический ряд. Сколько же на нашей воскресенской земле происходит всего дивного воскресенского? Воскресенские вензеля. Это уникальнейший совершенно фестиваль, собирающий талантливых людей, которые показывают свое мастерство в области танца. У нас есть замечательный фестиваль, когда люди показывают свое мастерство в области художественных искусств. И вот сегодня бардовская песня. Воскресенская радуга действительно зажглась над воскресенской землей. И вы знаете, это действительно уникальное событие, потому что, ну, наверное, вот этот отчет ко всему воскресенскому, который охватывает Подмосковье и шагает дальше, это будет вечно. И могут всех наших земляков. И от Воскресенского информационного агентства, в общем-то, я, конечно, взвешенно отнеслась к тому, кому преподнести этот приз. Не скрою, Марина, спасибо жюри, которая, в общем-то, тоже очень большую роль сыграла в выборе человека, которому будет подарен приз от агентства. И мы решили, что все-таки основное здесь – это информационность, информационная сторона. И этот приз... Будьте добры, да, музыкальный центр вот сюда, чтобы уже люди видели от информационного агентства. И этот приз мы вручаем Вадиму Обуху, удивительному человеку, многогранному, многожанровому, смешение и драматического, смешение и гротеска, и ирония, и сегодняшняя его бессонница, да, когда, в общем-то, зал вздыхал и посмеялся, и где-то даже всплакнул, потому что, ну, это море чувств. Так что я поздравляю Вадима. Я поздравляю всех нас. Еще один специальный приз. Приз лучшему автору стихов присужден Марине Богушевской, город Раменское. Вручает приз поэтесса Марина Кабанова. Рук. От всего сердца спасибо, Воскресе. Еще один специальный приз, который учрежден лучшему музыканту Карпову Алексею. Для вручения приза я приглашаю на сцену Рашида Киямова. Очень рад
участвует в этом фестивале, потому что это совсем рядышком. Видите, это первый фестиваль на Воскресенской земле. И было очень много авторов, и жюри такое интересное. Мне все понравилось. И спасибо вам, что вы меня отметили. Ну а следующий приз, приз зрительских симпатий, присужден Золотовой Марине. Для вручения этого приза я приглашаю Борисова Александра Николаевича. Дорогие друзья, считаю для себя большой честью вручить приз этой красивой женщине, которая одной из первых подхватила идею Сергея Леонтьева организовать этот фестиваль, которая стояла у истоков, была одним из участников организации этого фестиваля. Ну и к тому же, вы видели, она была непосредственным исполнителем. Хочу пожелать вам, Марина Ивановна, дальнейших успехов. Пусть этот фестиваль, этот маленький ребенок, которому сегодня один день, идет по жизни твердыми шагами. Спасибо. Остановлюсь и помолчу, не зная правил и законов. Да и молитвы ни одной я наизусть не заучила. Я просто тихо помолюсь, что верить Бога научилась. Гори свеча, дари тепло, хотя сомнения душу точат. Уютно в храме и светло, иконы в душе мироточат. И еще один специальный приз. Он предоставлен, специальный приз от АНО «Диалог культур» присуждается Сергею Решетникову. Приз вручает Виктор Петрович Ежей. Сергей, позвольте мне по поручению директора нашего диалога культур Виктора Васильевича и председателя Совета райкома Коршунова Петра Ивановича вручить вам приз за патриотическую песню, за сочинение и исполнение. Вот пожелаем мы ему, чтобы к 65-летию Великой Победы он сочинил бы еще больше патриотических песен. И чтобы его все домочадцы были здоровы, благополучия вам и всем вашим чадам. Учрежден ООО «Автобан». Приз присуждается Игорю Цетлину. Спасибо большое, я очень рад, я вообще, честно сказать, несколько неожиданно для меня, но будем стараться в дальнейшем. Большое спасибо. Для награждения лауреатов номинации исполнения авторской песни слово предоставляется Аркадию Лебедеву. Почетное место занимает Воробьева Татьяна. Позабыть бы тебя. Талант не пропоешь.
Михаил Перов, зеленовато-серые глаза. Будущий голос России. Присуждается Гаджиеву Александру, «Метель». Магнитофон записывал только лучшие звуки. Спасибо большое. Для награждения лауреатов в номинации «Авторская песня» слово предоставляется Сергею Крылову. Председательского жюри, председателя жюри, и должен сказать, что, честно говоря, я поражен тому, что я увидел здесь в Воскресенске. Потому что это первый фестиваль, про первый блин все знают, но первый блин в воскресенском исполнении – это нечто такое, как, в общем-то, не знаю, первый пирог, что ли, получился у вас. И вы молодцы, очень здорово. Но я радуюсь не только за Воскресенск, но и за всю Московскую область, и за всю Россию. Насколько богата земля наша талантами, насколько высок культурный уровень, я эти казенные слова произношу совершенно сознательно, это очень важно. И поэтому давайте мы с вами будем понимать, что песня – это то, что в самом деле как крылья у каждого человека. Вот это то, что может не только внутрь проникнуть, с помощью песни можно взлететь, с помощью песни можно общаться с другими и все такое. Вот Воскресенск – богатая земля, я поздравляю всех лауреатов, в том числе и лауреатов этой номинации. Третье место присуждается квинтет «Радуга» «Святая». На самом деле это самая сложная номинация. И в этой самой сложной номинации самая сложная работа досталась квинтету. Вы понимаете, что такое сделать большой ансамбль. И все это было сделано очень хорошо, очень здорово. И особенно нам понравился выбор репертуара. Так держать, ребята, и дальше квинтетить. Занимает Владимир и Дмитрий Кузнецовы, сестрица. Владимир и Дмитрий Кузнецовы. Кто из вас Володя, кто из вас Дмитрий? Я. Володя, да, Володя и Дмитрий. В общем-то, вы вроде как маленький самый коллектив из тех, которые награждают, но у вас была, наверное, одна из самых таких больших слаженностей, что ли. Вы не зря родственники, как сказать, родные души, вот так вот. Вот. И вот это вот родство, которое у вас есть, оно очень здорово заметно, понимаете? Вот вы такой слаженный, такой замечательный коллектив, и такие вы оба умные. Поэтому я вас поздравляю не только с мастерством, но и с мастерством. Ну и почетное первое место в этой номинации занимает трио «Ветка Палестины», «Батюшка».
произносить, но я все-таки его произнесу. Вот рядом с этим ансамблем я все-таки другого слова, как совершенство, не могу найти. И это высочайшая оценка. Я со всей полнотой ответственности это слово произношу, потому что так редко увижу даже среди профессионалов людей, которые вместе дышат даже. Вот не то, что там как-то вот поставили дыхание, а они вот живут так, что вот ты вот в одном месте вздох, в другом месте у них ах, там, в третьем еще что-то такое. Это вот такие тонкости исполнительства, и плюс к этому все вокальные точные партии поются, и плюс к этому душа песни раскрывается. Вы чемпионы. Крестьянской сцене, с другой стороны, нет, спасибо. С другой стороны, очень приятно было побывать в этом новом зале и сказать спасибо. Первое место в номинации исполнители заслужила песня «Послушай, не идет ли дождь» Светлана Шелухина. Мы говорили же, что у нас на фестивале очень много гостей. Россия, Ирина Полонина. Композитор «Город Москва» Алексей Карелин. Председатель Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Ивана Ивановича Ложечникова Леонид Анфиногенович Дудин. АНО, общественно-образовательный центр «Диалог культур», директор Томилов Виктор Васильевич, замдиректора по работе с ветеранами и молодежью по Воскресенскому району АНО «Диалог культур» Ежмин Виктор Петрович, руководитель клуба авторской песни «Метроном», лауреат областных и региональных конкурсов авторской песни Виктор Галустян. Лауреат фестиваля авторской песни имени Валерия Грушникова «Город Королев» Илья Селиванов. Популярный бард Воскресенского района, один из организаторов фестиваля «Голубые озера» Герман Тен. Композитор «Город Тверь» Слепцов Евгений. Замечательная песня, которая проходит на Воскресенской земле. Наш Воскресенский район очень богат не только спортивными достижениями, которые знают во всем мире, но и воскресенскими вензелями. И я думаю, что теперь вот именно эту песню назвать надо «Воскресенские барды». Я думаю, что начало это положили, а дальше это самое еще лучше будет и улучшаться, и лучше будут песни. И постоянно будут приезжать к нам гости со всех уголков Подмосковья. Спасибо организаторам, спасибо администрации городского поселения Воскресенск, спасибо всем, кто участвовал в этом мероприятии. Марин, спасибо им. Будьте все здоровы и счастья всем и любви. Знаете, когда что-то задумываешь, потом долго идешь...